В Бишкеке в эти минуты глава государства. Участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. России, Таджикистаном и Узбекистаном. Приземлился самолет президента Узбекистана. Шавката Мирзиёева встретил премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиев. Глава узбекского государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и ожидается ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Это с Узбекистана, а не киргизский, в Узбекистане. Лидеры ШОС собираются обсудить расширение торгово-экономических связей. Шанхайской организации сотрудничества. Дальнейшее укрепление роли и авторитета ШОС будет зависеть от нашей приверженности шанхайскому духу, принципам и ценностям нашей организации.